Привет, с вами снова Владимир. Вот входная группа самой компании Metal Profil, сделана из 18 MP18 профнастила, у которого есть вот такие угловые элементы необычные. Мне кажется, это можно применить более интересно, чем простой 20-ку профнастил, у которого нет никаких доборных угловых элементов. Смотрится довольно оригинально и довольно модерново. Тут здесь еще какой-то странный сайдинг. Что-то среднее между блокхаузом и простым листовым корабельным. Выглядит вот так. Еще раз повторюсь. MP18. 18-й профиль, который применяется профнастила для фасадных работ. Все.